Всем привет! Сегодня у меня видео о чем? Что значит о чем? Понимаете? В последнее время под моими видео стали писать: видео ни о чем. И о чем бы я ни сняла, мне пишут. Немногие, правда, но пишут. Видео ни о чем. Поэтому сегодня у меня будет о чем видео? О секонде, о дешевых тряпочках. Сегодня уже, вернее, сейчас уже конец месяца, и одежда в секонд-хенде Киломакс должна быть довольно дешевая. Я, правда, не знаю, сколько сегодня стоит килограмм. Вот сейчас мы придем и узнаем. И, может быть, что-то даже с вами присмотрим интересное. Так, хочу показать, какая у нас погода в Риге. Снег растаял, ну еще не везде, вот так вот местами есть. Такой грязный снег, мокрый. Плюс 3. В общем, показывать нечего. Граффити. Такая погода, показывать нечего. Остались только секонд-хенды, магазины. И все. Тротуары вот в таком состоянии, идти по нему невозможно, конечно же. Дороги вот в таком состоянии. Ну, непонятно, это то ли растает, то ли замерзнет, то ли будет скользко. Вообще, то снег идет, то какой-то дождик сыпет. Нет, наоборот. То снег сыпет, то дождик идет. Вот сейчас что-то такое непонятное между дождем. Скорее всего, что это дождь. Да, дождь начался. Надо быстрее идти. Не успела подойти к двери. Вижу знакомое пальто. Мне кажется, я не ошибаюсь. Это Лариса. Мне так кажется. Как вы думаете, это она? Не она? Очень похоже. Не может быть. Мы с ней уже здесь третий раз встречаемся. Удивительно просто. 29 евро килограмм стоит. Нормально. Так, меня интересуют шапочки. Здесь какие-то детские, да? Или вот это ничего такая шапочка? Да, ничего, это даже и не детская. Мне нравится эта шапочка. Так, померим ее. Так, это шапочка 3,54. Очень хорошая, но цвет такой, конечно, но надо мерить. Очень хорошенькая, ну очень хорошенькая шапочка. Такая аккуратненькая. В общем, мне очень нравится эта шапочка. Наверное, ее возьму. Хорошо на голове так удобно сидит. Такая шапочка. Смотрите, но она будет тяжелее, потому что она вот с такими металлическими блесточками. Это даже не блесточки, такие металлические. Да, металл такой. Угу. Ну и тоже интересная. Пойду ее померю. Отличная шапенция. Так, а вот эта шапка, она очень плохая. Очень плохая по сравнению с той. Просто совсем другое качество. Вот так она красиво выглядит. Та, брендовая, а это какая? А это, наверное, такая какая-то китайская, да? Китайская. А вот это, конечно, отличная шапка. Это детская. Ну, совсем они маленькие эти, да. А вот эти, это хорошая. Это как раз вот на голове очень комфортно. Да, я вот, это хорошая. Это хорошая. Это, смотри, она новая. Нет дурацкой подкладки. Да, и она ту. А что такое ту? Ну, это хороший бренд. Да? Да. У меня что-то уже есть с этого бренда. Слушайте, я опять Ларису встретила. Лариса, ты тут живешь или что? Или тут работаешь? Мне кажется, ты тут работаешь, подрабатываешь. Да. Продаешь, да? Ну, я вот, видишь, как тебя вычислила. Да. А я чего? Я за шапочками. Пейзаж. Пейзаж? Да. Какой пейзаж? Летний? Ну, просто, ну, а что это такое? Картинка такая, летний.
пейзаж. С облаками. Винтаж, пейзаж. Толстый. Толстый, да. Ну, он уже... Это овцы. Это деревья. Нет, подожди. Нет, они там разные. Видишь, курицы какие-то. Курицы? Где курицы? Вот это не курица. Это курица? Это петух? Как ты определила? Гребешок. Гребешок, да? Всякое. Не, ну живица. Такой, как бы, ну, смотря как он на фигуре, да, так он. Ну, он такой, да. Да, да, ну такой, он такой. Я уже что-то померила, ничего нет. А что ты померила, покажи что мне. А, они уже забыли. А, уже купили, ты уже давно здесь? Да, я еще не писала, что я... Так, Лариса сейчас покажет какие-то брюки, ей очень понравились. Ну, я вот для Жанны, типа. Для меня, да. Для меня. Я, кстати, хожу какая теперь красота, по дому вот в том домашнем наряде. И что, и куда не это? Знаю, вот не знаю, ну красиво. Ну, красиво. Вот, и я хожу в том, и в той розовенькой, да. Она такая теплая-теплая, она очень тепло. Так, подожди, где эти брюки? Мне вот понравились очень вот эти. Правда, написано, что они S, но мне кажется, они такие достаточно широкие. Тебе не нравятся такие? Брюки красивые. Цвет красивый. Ну, это куда? Как сейчас тебе сказать? Кожаные все носят. Это же не кожа. Ну, понятно, не кожа. Не все носят такое еще. Все носят, да? Да, сейчас модно. Правда? Да. Может, померить? Слушай, а какой? А у тебя маленькие, да? Нет, у меня это маленькие, они там вообще есть. Но они такие, S, да? Объемные. Мне кажется, тебе... Они легкие. Да. Они легкие, да. Ну, не знаю, ну, так они же, нет. У них жарко, они воздух не пускают. Очень удобно в таких, да? Пол коллектива. Как же я так от коллектива откалываюсь? Давай, мерей, штаны. Пойду вот мерить. Цвет красивый, видишь, он такой. Красивый. Он избитый, я боюсь, что они даже мне и подойдут. Я просто даже боюсь, понимаешь? Не, ну правда. Правда. Это тоже ничего. А что за бренд? Покажи. Что за Zara, бренд? Кстати, не так и плохо. Zara? Да? Да. Вот эти ничего, ну это и так. Ну, там уже они какие-то, хотя тоже интересные, тоже слушай, интересные. Франки. Это Made in Bangladesh. Это мой размер, 40-й. Тоже вот такой материал нормальный. А что, интересные? Да. О, я сегодня перехожу на брюки. Я да, штаны, потому что мне всегда лень брюки мерить. Это надо, ну, снимать, да, все снимать. Себя, потом опять одевать. Вот эти тоже, вот ну, черные уже надоели, ну, да, вот эти надоели. Вот эти, ну, они как клеенка вообще. О, этот цвет, конечно, красивый, ну, да. Вот они, видишь, вот такая у них, я говорю, как клеенка. Клеенка, да. Красненькие есть тоже, кстати. Красненькие. Не, ну, красненькие. Кстати, может, даже... А, это Страдивариус. Страдивариус? Ну, ладно. Ну, ладно, это летний была. Вариант больше, конечно, да. Да? Вот еще такие зеленые, кстати, можешь тоже и взять. А я заодно вместе с этими... Это, мне кажется, такие. Маленький размер, уж поменьше. Какой это? 10-й, это я не влезу в такие. Нет, 12-й. Мой 12-й, я четко знаю мой размер. А ну, вот эти хорошо, что они на этом вот. Да, вот да. Они такого фасона, что они достаточно большие. Да. Если не так сядут, то как-то... Да. Молодец, молодец. У тебя опыт я вот еще есть. Подумала, спасибо. Да, у меня нет вот опыта, я ничего не вижу в этих секондах. Ничего не вижу в этих очень секондах, приятные, абсолютно. Смотри, да. Тоже но эти потяжелее. Хотя, может быть, они хорошо будут, да? Бренд? Бренд. А, и праймерк не буду мерить. Праймерк не буду. А в своей сумка? Плохая, да? Не, плохая сумка, да. Ну, может, неплохая, но... Сумка и сумка. Он какой джемпер зеленый, салатовый. Он был в прошлый раз? У меня кухня такого цвета была. Что у тебя такого цвета? Кухня. Кухня такого цвета, была. Да? Была? А, ты перекрыла. Ну, такая желто-зеленая. А понимаю. Что? Ты посмотри, он хороший. Не, на кухне хорошо. Смотри. На кухне хорошо. А, ну и такой свитер на ну, кухню. Знаю, он убийственный. Мне убийственный? Кажется, ты имеешь в виду, он уже... Вот хороший, кстати, брючок. Устарел? Ай, такие уже надоели. Всю жизнь такие носим. Вот, посмотри, какая блуза. Ну, блузон. Кожу тебе подойдет. Ты мне подойдет, да. Я буду крутая. Да, у тебя, кстати, есть зеленая куртка. Посмотри. Да, и под зеленую куртку. Ну, это этот велюр. А блестят-то как? А блестят-то. А эти как блестят. Как блестят. Они еще прозрачные. Не все золото, что блестит. Слушай, они еще и прозрачные. Блестеть и просвечиваться. Вау, вау.
И на заднице молния, извиняюсь. На заднице, на, да, молния сзади. Или это... Или это... Нет, это задница. 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 Какая-то GD, GD, что такое? Вот, Робел. Я люблю вельветовые штаны, но вот эти мне малые. Да? Я обожаю. Не, вельветовые не хочу. Не хочу, что-то у меня вельветовые как-то вот не тянет на вельвет. Какой-то фем интересный. Вот мне эта блузка нравится, она очень нарядная. Вот, но она тяжелая будет. Думаешь? Да? Не будет? А куда ее? Куда мне пойти? Новый год. Новый год? Поедем на Новый год. Куда поедем? Ну, куда-нибудь нас пригласят. Не знаю, куда нас пригласят на Новый год. Вот знаешь, половина проблем у этих брюк, они половина короткие. Я тут вот померила некоторые. Да? Ты уже успела померить? Да, ну уже давно тут. А, ты тут давно, да? Ну как давно? Но у меня же работа. Да. Я раньше все не закончила. Ну хорошо, Лариса, давай тогда. Да, потом ты посмотришь мое видео, да? Хорошо. Если подойдут, бери, очень модно. Хорошо, давай тогда. Пока-пока, Ларисочка. Всем пока. Попрощалась со всеми. Ты еще хотела мне на прощание. Better call Saul. Bond fraud. In legal trouble. Traffic accident. Drug dealing. Вот главное. В общем, тут всего чего. Я не понимаю вообще идею. Я не понимаю месседж. Для тех, кто смотрел. Что? Знает, что это. Те поймут. Да? Да, вот спроси, кто знает. Кто знает? А что спросить? Кто знает, что это? Где? Вот эта надпись Better Call Saul? Да. Да? Да. Так ты мне скажешь сейчас? Потом? Потом? Да. Хорошо, пусть напишут мне люди. Я вот думала купить сыну или мужу, но что-то она как-то сделана странно. Видишь, вот тут вот какая-то. Она такая тонкая, не знаю, какая-то совсем. Из-за этой надписи они вас... Лариса не может уйти, не может. Я тебе купила, но уйти. Подожди, а они короткие, да? Ну такие хорошенькие, такие хорошенькие. Ну детские, жалко, ну тоненькие, хуйные, да. И щебурашки. Я, кстати, хотела сегодня что-то посмотреть такое, да, вот какие-то куртки. Мне понравилась, если честно, вот эта штука, она такая приятная. Каракуль. Да. Ну, холодно, я хочу сейчас что-то теплое. Нет, вот. Это осенью накинуть, да. Есть же люди и летом шубы носят. Вот да, летом шубы. Это мне надо. А посмотри, а вот это каста свет. Иранский свет. О, ну, это как домашняя кофта, знаешь, что-то у меня она совсем нет. Да. Вот это не то лучше. А что? Буду дома ходить так вот. Ну, видишь, они не греют, эти все вещи. Не холодно. Понятно. Да, вот красивая, да? Да. Очень красивая. Да, это... Жан, ну давай уже. Уходи уже. Уже уходи. Уходи, Лариса. Пока. Так, брюки отличные. Очень хорошо сели на меня. Все замечательно. Но одна маленькая проблема. Они короткие. Они короткие. Поэтому непонятно, как их носить. Или сейчас так модно. Вот, здесь они очень хорошо выглядят, очень хорошо, просто отлично. Так жалко, не хочется мне такую длину, чуть-чуть короткие, или так думаны. Вот, жалко, жалко. Кстати, я забыла вам показать, я уже сняла их с себя, они, в общем, сели на меня, как влитые, и это Дороти Перкинс, представляете, новые брючки. Сейчас взвешу, сколько они стоят. Вообще отличные. Дороти Перкинс. Глазам своим не верю. Идем смотреть цену. Так, 10.50. 10.50. Тапочки хорошие. Новые. New Look. 6 евро. Отличные тапочки. Блестят. Подошва такая вот. Размер М. Еще вот такие есть. Но они тяжелые. Они будут дороже стоить. Вот такая подошва конкретная. В них можно, наверное, по улице ходить. Таких вот. Может померить. Хорошие. Черные. Так, вот еще мне нравится вот этот с мишками халатик. Next.
time to dream. Make time to dream. Next. Ой, хорошенькие. Так, что здесь еще? Интересненько. Шортики. Пижамка из фланельки. Ну-ка, ну-ка. Она, правда, темненькая, большой размер. Такая пижамка. Так, это Дэвид Джонс. Пижамка. Так, вот такой джемпер объемный. Красивый такой розовый цвет. На камере не такой. Хорошенький. Тоже какой-то бренд. Непонятно. Не знаю. В общем, бренд. Бренд. Да, красивая вязка. Это не то. Это не то. Так, это тоже такой же с красивой вязкой. Но это чистая синтетика. Очень чистая. Джемперки смотрю. Но они тяжелые. Будут весить. И, соответственно, цена на них будет не дешевая. Вот. Кардиганчик, кстати, новенький. Новенький. Джордж, какой-то джордж. Кардиганчик. Вот. Как раз сейчас носить такой кардиганчик. Вот, но я такие не ношу. Кто носит, очень, очень хорошенькие. Мягкий. Так, что еще? Ну, вроде пока и все. Для корпулентных дам я бы себе такую взяла, но она очень уж большой размер. Какой размер? 175-128А. Кстати, это H&M. Надо же, хорошо выглядит. Очень хорошо. Вот это уже не то, не то. Так, Марк Спенсер. Ничего такой попался. Хороший узор такой. Симпатичный. Марк Спенсер коллекшн. Так, Марк Спенсер стоит 7,66. Но будет чуть дешевле. Надо мне, наверное, его померить. Так, примеряю. Ну, конечно, размер мой. Все как бы неплохо. В принципе, даже очень неплохо. Очень приятный, мягкий такой. Узор красивый. Виден узор? Узор виден. Вот. В общем, мне нравится. 7 евро. Вообще отличный джемпер. Марк & Спенсер — это хороший бренд английский. Не из дешевых. Цвет приятный. Прекрасный джемпер.